Все видео данного мастер-класса вы можете найти в одном плейлисте по ссылке в описании к этому видео. Дорогие друзья, всем большой привет из Бразилии, с вами Эд и добро пожаловать на мой канал. В этой серии видео мы свяжем вот такую круглую скатерть крючком. Это шикарная нежная скатерть с роскошным ажурным узором. Вязал я ее по схеме, взятой из интернета, но немножко со своими доработками. Схему этой скатерти я приложу сейчас после этого начального момента. Вы можете поставить на паузу и посмотреть. Вы можете вязать эту скатерть 100% по схеме, либо вы можете оставаться со мной и вязать по видео, чтобы у вас получился точно такой же результат. Потому что когда я начал вязать точь-в-точь по схеме, провязав рядов 20, я понял, что она очень сильно фалдит. Я ее распустил, уменьшил количество раппортов по схеме. В схеме 8 я сделал 7 раппортов и также изменил в некоторых местах количество воздушных петель. Также я ее увеличил. По схеме в ней всего 90 рядов, я провязал 132, так как многие всегда спрашивают, как увеличить схему, и я решил сделать это сразу. А тем, кому будет достаточно, можно и остановиться раньше. Когда я уже подходил более-менее ближе к концу схемы, я понял то, что размера, который получится скатерть, мне не хватит. И я добавил узор вот в этих местах, то есть по схеме здесь, по-моему, всего лишь два вот таких кружочка, и соответственно вот эта штука у нас будет меньше размером. Я ее здесь увеличил, то есть она у меня по высоте получилась больше, чем в схеме. Также по схеме я добавил вот эти узоры, то есть там, по-моему, всего по схеме две полоски, я добавил еще большую, шире, чем все остальные, третью полоску. Также вот эту сетку вы уже можете вязать на свое усмотрение, можете остановиться раньше, можете провязывать еще больше. По схеме в этой скатерти обвязки нет, она просто заканчивается вот такой сеткой, только там огромные вот такие арки, я считаю это некрасиво. И я решил сделать вот такую простенькую обвязку. Каждую арку мы провязывали по 3 столбика с двумя накидами с общей вершины. И в каждую арку мы просто вязали столбики без накида и пико. Потому что все-таки с обвязкой скатерть выглядит завершенной. По завершении работы я скатерть постирал в стиральной машине на самом коротком режиме. В моей стиральной машине это 19 минут. Я добавил совсем чуть-чуть порошка и немножко кондиционера. Она, естественно, в машине отжалась, но осталась влажной. Руками во влажном состоянии я ее растянул в разные стороны, так чтобы все петли встали на свои места. Затем уже просто с изнаночной стороны я ее погладил утюгом, расправляя и придавая ей форму. Также перед тем, как начать вязать, говорю сразу, то что этот мастер-класс я вязал с нормальной скоростью, не слишком медленно и как можно ближе к камере. Если вы же совсем начинающий мастер, то я рекомендую вам посмотреть мои видеоуроки по вязанию крючком, потренироваться, а уже потом приступать к этому мастер-классу. Хотя эта скатерть абсолютно простая и никаких сложностей у вас быть не должно. В этой схеме есть только столбики с накидами, столбики без накидов и воздушные петли. Только в самом конце есть группы по 3 столбика с двумя накидами с общей вершиной и пико. Но это тоже обычные элементы, которые встречаются почти в каждой схеме. Вязал эту скатерть я вот такой пряжей. Это бразильская марка пряжи, потому что я здесь живу и говорю сразу то, что в странах СНГ, Россия, Украина, Казахстан, Белоруссия вы такую пряжу не найдете. Но вы можете просто опираться на толщину этой пряжи и вязать любой хлопковой пряжей. В этом мотке 1000 метров и 151 грамм. Рекомендуемый крючок под эту пряжу 1,25 миллиметра. Но я решил вязать крючком 1,75 миллиметра, потому что я посмотрел эту пряжу по толщине, и под этот крючок она великолепно подходит. И при этом вязание у меня не получилось рыхлым. Хотя предыдущую свою скатерть, у меня тоже есть мастер-класс на моем канале, это другая скатерть, я вязал крючком 1,25 миллиметра и такой же пряжей. Конечно, вязка у меня была немножечко потуже, но эта разница практически не видна. Поэтому я решил вязать крючком 1,75 миллиметра. Ушло у меня такой пряжи на эту скатерть почти 4 таких мотка. То есть вот у меня четвертый моток, и вот что от него осталось. Я, к сожалению, точно не могу вам сказать по метражу, у меня весов нету, взвесить и посчитать точно я вам не могу. Но ориентируйтесь до 4000 метров. Можете использовать, например, пехорку ажурную, ирис или еще какую-нибудь, которая тонкая пряжа и подходит для вязания скатертей. Я же не вязал российской пряжей, и вообще пряжи, которая продается в странах СНГ, точно вам сказать не могу. Ну что, дорогие друзья, я думаю, то, что по этой скатерти я в принципе все рассказал. Если у вас будут какие-то вопросы, обязательно задавайте мне их в комментариях. Поставьте этому видео лайк, вам будет несложно, а мне приятно. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. А я тем временем буду искать новые красивые схемы, с которыми буду обязательно делиться вместе с вами. Для начала работы нам нужно сделать кольцо амигуруми. Для этого я беру нить, кладу вот так на палец, придерживаю, оборачиваю вокруг пальца
и здесь впереди скрещиваю, сзади просто придерживаю. Теперь вставляем крючок под первую нить, цепляем вторую и вытягиваем ее. У нас вот начинает образовываться здесь петелька. И теперь в эту петельку нам нужно зацепить рабочую нить и протянуть. Вот так. При этом я сейчас аккуратно пальцы из кольца вытаскиваю и придерживаю, чтобы у меня ничего не развалилось. Здесь теперь вот так держу. И в эту петлю протягиваем нашу рабочую нить и затягиваем ее. Вот что у нас получается. Еще раз покажу. Берем нить, кладем на палец, оборачиваем и скрещиваем. Сзади придерживаем. Вставляем крючок под первую нить, цепляем вторую и вытаскиваем. У нас образуется петля, и в эту петлю нам нужно протянуть нашу рабочую нить. Цепляем. И теперь я это придерживаю, аккуратно пальцы вытаскиваю, держу наше кольцо. И в эту петлю протягиваем рабочую нить и затягиваем. Вот получилось наше кольцо амигуруми. Теперь в это кольцо нам нужно провязать 14 столбиков без накида. Я выполняю одну воздушную петлю подъема, она за столбик не считается. И теперь вставляем крючок вот так в кольцо, цепляем нашу нить, вытаскиваем. У нас две петли на крючке, и теперь их две вместе провязываем. Столбик без накида готов. И таких столбиков нам нужно всего в это кольцо 14. Один провязали, еще 13. Вставляем крючок в кольцо, вытягиваем нить, провязываем 2 петли. Столбик без накида. 2 провязал, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Вот я еще раз вместе с вами пересчитаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Теперь я возвращаю крючок в петлю, и за вот этот хвостик мы вот так тянем и закрываем все эти наши 14 столбиков, затягиваем в кольцо. Сильно не перетяните, чтобы случайно не оборвать эту нить. Вот так, закрыли в кольцо. Теперь я вот эту нить вот так кладу сверху рабочей нити, чтобы ее сейчас замкнуть, чтобы она нам не мешала. И теперь я вставляю крючок. Вот эта маленькая корявая петелька, это воздушная петля подъема. А вот уже нормального размера петля, это вот он наш самый первый столбик без накида. Я в него вставляю крючок и провязываю соединительную петлю. Вот так. Все, таким образом наш первый ряд завершен. Теперь приступаем ко второму ряду. Вот этот хвостик, он немножко длинный. Я его вот так обрежу кусочек, чтобы он был покороче. И теперь я его сейчас вот так возвращаю сюда, то есть кладу уже. Вот мое вязание, я его кладу, получается, сверху. И сейчас вот здесь, во втором ряду, я его спрячу, буду ввязывать уже под столбиками второго ряда. Итак, приступаем. Выполняем 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. Это мы выполнили первый столбик с одним накидом. Теперь выполняем еще 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И в третью воздушную петлю от крючка выполняем соединительную. То есть вот 1, 2. В третью петлю от крючка вставляем крючок и провязываем соединительную. То есть мы выполнили пико из 3 воздушных петель. То есть столбик с одним накидом, пико из 3 петель. Накид. И сюда же, в этот же столбик, откуда мы выходим, сюда же выполняем еще один столбик с одним накидом.
То есть, по сути, мы выполнили 2 столбика с одним накидом и пико из 3 петель между этими столбиками. Теперь выполняем 3 воздушные. 1, 2, 3. Накид. Пропускаем следующий столбик и в следующий выполняем то же самое. То есть 2 столбика с одним накидом и между ними пико из 3 воздушных петель. Вот я столбик 1 выполнил. 1, 2, 3 воздушные. И в третью петлю от крючка вставляем крючок, провязываем соединительную. То есть сделали пико из 3 петель. Теперь накид. И сюда же, в этот же столбик, выполняем столбик с одним накидом. Вот так это все дело у нас выглядит. То есть 2 столбика и пико из 3 петель между этими столбиками. И между такими группами 3 петли. Опять выполняю 1, 2, 3, накид. И при этом вот этот хвостик, вот я его прячу под столбиками. Накид выполнили, пропустили следующий, и в следующий выполняем столбик с одним накидом. 3 воздушные, то есть сейчас делаем пико. В третью петлю от крючка выполняем соединительную, накид, и в этот же столбик выполняем столбик с одним накидом. Опять 1, 2, 3, накид, пропустили следующий, и в следующий у нас 2 столбика с одним накидом и пико из 3 петель между этими столбиками. Накид, и в этот же столбик у нас идет столбик с одним накидом. Далее опять 3 воздушные петли. Вот так у нас получается. Все, вяжем таким образом ряд до конца. Пропускаем следующий столбик и в следующий вяжем 2 столбика и пико между ними. И между такими группами у нас 3 воздушные. Провязали второй ряд до конца, выполнили последние 2 столбика, пико между ними. И теперь нам остается выполнить последнюю арку из 3 воздушных петель. Перед нами столбик без накида, который мы по рисунку пропускаем. То есть все, мы его не трогаем. И вместо 3 воздушных петель мы выполняем накид. И в третью воздушную петлю подъема провязываем столбик с одним накидом. Вот так. То есть вместо 3 воздушных петель мы выполнили столбик с накидом в третью воздушную петлю подъема. Таким образом, мы оказались в центре арки, что нам нужно для выполнения следующего ряда. Теперь приступаем к третьему ряду. Выполняем сразу же без всяких воздушных петель подъема в эту же арку, в которой мы сейчас находимся, столбик без накида. Вот так. Теперь выполняем 8 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот эти столбики и пико мы будем в этом ряду пропускать. И в следующую арку 3 воздушных петель выполняем столбик без накида. То есть вот такой будет наш ряд. Опять 8 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И в следующую арку из 3 петель столбики и пико пропускаем. В арку из 3 петель выполняем столбик без накида. Все, таким образом продолжаем вязать ряд до конца. В каждую арку из 3 петель выполняем столбик без накида. И между столбиками 8 воздушных петель. Провязали третий ряд до конца, выполнили последние 8 воздушных петель. И теперь в самый первый столбик без накида соединяемся просто соединительной петлей. Вот так. Творите с удовольствием и обязательно отмечайте меня на фотках своих работ в Instagram. Я ищу ваши работы, которые вы сделали по моим видео, по хэштегу «Вяжу с Дуду», лайкаю, делаю скриншоты и показываю в конце своих видео. Поставьте этому видео лайк, если оно было вам интересным и полезным, мне будет очень приятно. Обязательно подпишитесь на мой канал, если вдруг по какой-то причине вы еще не подписаны. Проверьте, стоит ли у вас колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные видео. Ну и конечно, заглядывайте ко мне в Instagram. А с вами был я, Эд, до скорого.